Привет всем. У нас соседская кошка к нам принесла котят. Смотрите. Ой, где мы их только не нашли. И все они были по разным местам. Один был в кустах возле дома. Вот черненький. Снова видите, его нет. Вот. Один был в подвале. А один был где-то здесь в пакетах, короче говоря. Не знаю. Кошка не наша. Я не знаю, она такая везде по чуть-чуть бегает. Там ее накормят, тут ее накормят. Ну, она принесла вот таких красоточек. Две черных кошечки, по-моему. А, нет, вру. Два мальчика, одна девочка. Да, Кися. Ну вот теперь будет здесь жить. Котята уже открыли глазки. Котята не могу сфокусировать, здесь темно. Так. Ну-ка. Ну-ка, давай камера. Да нет. Черный полосатый такой интересный. В полосочку и черный с беленьким. Сейчас попробуем достать их. Покажу. Вот, только открыли глазки. Ой-ой-ой, ну все. Вот, вот, все. Положила, не забираю. Мама посмотрела, как. Короче, отправили мы ее здесь под навес. Кошка не домашняя, она уличная. Но по мойкам лазит, бедная. Приходит к нам, мы ее периодически кормим. Вот, подкармливаем. Такая интересная кошка. Своеобразная, она не боится. Она придет, она настырно просит еду. Может под окном кричать, мяукать, чтобы мы ей дали есть. Вот. Так что, помните, одно из наших видео был кролик, который чуть больше года у нас прожил. Вот мы его отдали на ферму к тете. Забрала. Теперь у нас появились котята. Причем я знаю, что это ее не первые как бы котята. Да, не первый раз она их приносит. Она их нам приносила полтора года назад. Тоже в таком интересном, укромном месте родила, и Медина ее, значит, обнаружила котят уже, когда они были большие, не такие маленькие, уже почти бегали здесь по огороду. Вот, для нас тоже было шок, то есть пришла, помяукала, мы ее накормили, ушла. А потом следующие у нее были котята черненькие, мы их видели, где-то она их там родила, но не в нашем дворе. Вот. Сейчас по всему двору раскидала котят. Мы вот в одном месте их собрали. Я не знаю, она где-то рожала, наверное, в другом месте. А их сюда приносят. Именно к нам во двор. Тоже переживаю, что соседские кошки, чтобы не разорвали котят. Но надолго, если честно, она не уходит. Она придет после... Она помяучит. Если я услышу, я пришла, накормила ее. Потом опять возвращается к ним. То есть молодец, у нее материнский инстинкт очень хорошо сработан. Да, птичка? Сама она такая интересная. Мур-мур. Мур-мур. Ты поела? Сейчас дала творожок ей. До этого дети тащили с холодильника сосиски и колбаску. Вот здесь уже молоко. Наверное, мама налила. Вот. Ну, такие хорошенькие, черненькие. И один вот этот красавчик. Надо коробочку менять, потому что уже коробочка, боюсь, что они не вылезут. Уже они, им там тесновато. Найду коробочку. Да? Мура. Мурочка. Красоточка. Сама она такая интересная. Ну, такая тоже пухляшка стала. В один момент она была прям от ней кожа до кости. Ой, потянушки. Смотрите.
Котята миленькие, хотелось бы вам их показать, но здесь плохое освещение, да и камера стала плохо работать. Вот они, красавчики. Да, твои, да? Твои, да? Мур-мур. Давай, залази, корми их. Чё, голубые глазки. Мур-мур, не заберу, не переживай. Давай. Давай. Тоже ночь. Ночью шел дождь, и тоже переживал, чтобы на них ничего не попало. Да. Короче, здесь под гаражом будут. Домой не могу, к сожалению, забрать, потому что, ну, как бы, кошка уличная, не наша. Она пришла. Да? Наглая морда. Наглая мордочка. Наглая мордочка. Так что, если потомство подрастет, пожалуйста, пишите. Отдадим. Вот за мной ходит по огороду и все. Ой, спал с ним грудьки. Вот она. Такая она. Она не дикая, нет. Но она уличная. В основном уличные бывают диковато. Это вот такая. Постоянно вот так вот ластится. Интересная дама с Амстердама. Кому нужно будут котята, пишите. По-моему, там все мальчики. По-моему, все мальчишки. Да? Смотрите, как ластится. Откуда ты на нашу голову взялась? Откуда ты взялась такая? Мура. Даже имени у нее нет. Мура. Мурочка. Даже имени нету. Посмотрите, что творит. Мура. Ластится. Иди. Замерзнут котята. Иди. Иди, котята. Ой, красотка. Ой, надо же, актриса, ой, иди к котятам, замерзнут, иди к котятам, замерзнут котята. Знаете, она не глупая кошка такая, своенравная, с характером. То есть, если она есть хочет, она будет просить. Вот. Идет. Иди, а то замерзнут котята, иди. Решила отдохнуть от них. Они ее тоже хорошо сосут. Устает, наверное. Соседский кот орёт. Прошло пару часов, хочу пойти посмотреть, сидит она там или нет. Как контролировать. Так, вся в доме. А, вот она ты. А ты чего не сидишь? А? Устала? Ты снова кушать хочешь, да? Ну, пойдем, я тебе что-нибудь дам вкусненького. Пошли.